Ну а центр «Школьник» организовывает бесплатные кружки для детей. Ребята смогут заниматься более чем в 10 кружках круглый год. На данный момент проводится набор детей на летние дополнительные занятия. В центре обучается 5500 детей в 45 разных кружках. Они развивают любовь к творчеству, изобразительному искусству, а также к музыке, спорту и рукоделию. Центр призывает детей посвятить свои летние каникулы саморазвитию. Наша главная цель, чтобы все школьники проводили свое время с пользой. Мы также намерены дать им дополнительные знания и профориентировать их. Центр работает круглый год и даже летом, чтобы дети не тратили свое время зря. Если у вас появится желание записать вашего ребенка на интересующий кружок или несколько кружков, вы должны оставить заявление. Главное условие, чтобы ребенок был школьником. Ходим на танцы к преподавателю Бережной Виктории Викторовны, и хочется отметить, насколько детям нравится сюда ходить, ходят с удовольствием. Мы стараемся не пропускать ни одно занятие. Дети физически развиваются, им нравится танцевать. У нас разные костюмы, у нас разные постановки, у нас устраиваются отчетные концерты. Мы выступаем на многих площадках нашего города. Ну вот. Очень нам нравится. Вот я всех призываю, советую ходить сюда, заниматься для развития детей. Это очень нравится всем. И нам, родителям, очень нравится ходить сюда. В центре дети проводят время не только с пользой, но и адаптируются к определенной специальности. К примеру, у школьниц высокий интерес к недавно открывшемуся швейному кружку. Ряды девочек, проводящих здесь 3 дня в неделю, по 1,5 часа увеличиваются. Моя мама тоже швея. До прихода в кружок я училась у мамы. Она научила меня шить, а здесь я научилась шить платья. Наша учительница учит нас разным видам расшивки. Ученики показывают все свои приобретенные здесь навыки, участвуя на областных и городских конкурсах. Для всех учеников города все кружки являются бесплатными. Сабина Балашкина, Сабит Мангильде, Каспий Акпарат.